У киевского «Динамо» игра против чешской «Спарты» откровенно не получилась, а поверженные чемпионы Украины оказались собственным же оружием. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо» буквально ошарашивало соперников стартовым натиском, и почти во всех матчах киевлянам удавался быстрый гол. На этот раз все произошло наоборот. «Спарта» повела в счете уже на 5-й минуте. Необъяснимый провал в обороне «Динамо» завершился несильным кивком головы Бараника и 0-1. Киевляне так и не смогли прийти в себя после такого начала. В течение всего матча «Динамо» сбивалось на несвойственную ему игру. Между футболистами не было должного взаимопонимания. Нападающие, прежде всего Шевченко, тянули одеяло на себя, однако и дриблинг на этот раз не проходил. В результате ни до, ни после перерыва «Динамо» не сумело создать ничего интересного у чешских ворот. Гости же весьма разумно распоряжались мячом на чужой половине поля, и практически каждое их появление у штрафной Шавковского заканчивалось продуманными действиями. Именно этого прежде всего и не хватало «Динамовцам». Вся относительная острота, возникавшая у владения чешского голкипера, становилась следствием навала и безадресных навесов в штрафную площадь. Рослым защитникам чехов не составляло труда справляться с таким способом ведения атакующих действий. «Динамо» не повезло, и накануне ответного матча украинский чемпион неубедительной игрой на своем поле сам себя поставил в крайне трудное положение.